Монета 20 копеек. Образца 1961 года. 1987 года выпуска. На реверсе монеты прописан ее номинал. Крупное число 20. Под ним одной горизонтальной строкой обозначено название денежной единицы. Надпись «Копеек». Ниже указан год чеканки монеты, дата 1987. Слева и справа полукругом колосья пшеницы, дополненные в нижней части дубовыми листьями. По два листа на каждый колос. Колосья пшеницы символизируют богатство и изобилие. Дубовые листья символизируют мир и силу. На аверсе расположен герб СССР образца 1956 года с 15 витками ленты на колосьях пшеницы. По числу союзных республик, входящих в состав Союза Советских Социалистических Республик. Между перевитых лентой колосьев на фоне восходящего солнца с лучами, бьющими вверх, и планеты, размеченные параллелями и меридианами, серп, наложенный на молот, символ союза рабочего класса и крестьянства. Над скрещенными серпом и молотом расположена пятиконечная звезда. Под гербом прописана аббревиатура государства, надпись «СССР». Формы букв округлые. Гурт монеты рубчатый. Монета изготовлена из низильбера. Образец монеты 1961 года. Низильбер – это сплав 65% меди, 20% цинка и 15% никеля. Вес монеты 3,4 грамма. Диаметр 21,8 миллиметра. Толщина 1,4 миллиметра. Чеканили монету на московском и ленинградском монетных дворах. Тираж неизвестен. Средняя цена монеты составляет 15 рублей. Конкретно эта монета куплена за 10 рублей. Монета 20 копеек 1967 года имеет не менее 7 разновидностей. Самая дорогая разновидность – это монета, отчеканенная на латунной желтой заготовке от 3 копеек. Стоимость такой монеты – от 6 тысяч рублей до 50 тысяч рублей.